Барса-гельмас. Пойдешь, не вернешься. Так в старину называли туркмены эти пустынные места. Но в песках нашли нефть, и пока еще не построены дороги, воздушный автобус доставляет рабочих к буровым. Бригада Ивана Львовича Федунова держит первое место среди бурильщиков. Глубоко зарягает черное золото. И чтобы добыть его, надо пробиться сквозь 2-километровую толщу земли. Пошла нефть. Ко дню открытия 22-го съезда партии нефтяники Катур-Тепе обещали дать сверх плана 30 тысяч тонн нефти. Сдана в эксплуатацию еще одна скважина, и бурильщики уходят дальше в пустыню.